Полиции доверять нельзя. 90% юристов не хочет связываться с нами. Молодых людей из офиса прокурора, которые хотят поработать с нами. Молодые? Да, в каждом суде. На выборах. Мне сказать, что за Альфонсина или правду? Не голосовала. Правда? Почему? Мне было 17. Почему ты пришел сюда? Моего дядю забрали полгода назад, и он едва выжил. Это ужасно. Я работаю администратором в суде. Там всем плевать, что вы делаете. Но не мне. У меня двое детей и ипотека. Я слышал, вы хорошо платите. Мы унаследуем страну, нельзя ее развалить. Поздравления. А это с вами кто? Выпускники детсада? Я бы лучше посоветовал вам обратить внимание на эти доказательства, а не на возраст.